давай скажем с тобой, что вот только что мальчики хорошие к нам подходили. Там кто-то ключи потерял, они спрашивали. Так, а вообще у нас репортаж. Вот, и видеорепортаж. Правильно, видеорепортаж. От Максима Мельникова. Максима Мельникова, ученика первого какого-то З-класса. Первого З-класса. Угу. Вот, Максим Мельников, расскажите, пожалуйста, как в школе, что? Ну, вообще, поделитесь впечатлением, чтобы мы как-то в курсе были о школьной жизни первоклассника. Расскажите что-нибудь интересное. Так, начну не с класса, а с школы. Да, давайте. Школа номер один. Я раньше учился в школе номер пять. Теперь перевелся в номер один. Школа номер пять была в Хатьколе. А мы сейчас находимся в микрорайоне Пушкина. Так, значит, это школа в этом новом микрорайоне, правильно я понимаю? Да? Интересно. Ну и как вам? Ой, прям я заинтересовалась. Как вам, Максим Мельников, ученик первого З-класса первой школы микрорайона Пушкина? Школьная жизнь как в этой школе? Хорошо. Да? Нравится? Нравится. Ну, что-нибудь о себе расскажите. О своих успехах, что ли, или подвигах. Ух ты, интересно. Ну и как, успехи есть? Успехи есть. У меня оценки были только 10 и 8. Это высокие? Да. О, замечательно. Разрешите, разрешите вам пожать руку и даже познакомиться с вами. Не каждый день с таким, ну, призером, что ли, приходится разговаривать, еще и брать интервью. Мне очень повезло. Ну, еще расскажите, как? На уроках что там? На математике как, что проходите? На математике больше. В смысле? Решаете, да? А при чем тут условия? А, то есть на математике в основном понять условия, так? Да. Понятно. Скажите, пожалуйста, а могу, у меня вот некие затруднения есть в счете до 20. Не могли бы вы мне некоторые подсказочки сделать? Могу. Давайте. Ну вот вы знаете, мне надо от 19 отнять 5. Не подскажете, сколько это? 14. Ой. Ну, спасибо большое. Тогда вот еще сейчас, подождите, я прям сразу вот на калькуляторе на своем тут считаю, записываю и записной беру. Мне вот еще знаете, что нужно? Мне надо к 12 прибавить 7. Не подскажете, сколько это? 12. Ой, спасибо большое. Так, вот еще такое, вот посмотрите. Мне от 21 надо отнять 4. Ну, прям совершенно ума не приложу, сколько это может быть. Да, 21 отнять 4. Вот смотрите. От 21 отнять 1. Так. Остается в четверке 3. Да. А в 21 20. А итог какой? Сколько будет? А дальше... Двадцатки минус 3. То есть минус число, которое остается в четверке. Минус 3
Так, мне итоговое число какое записать? 21 отнять 4 будет? 17. Правда? Ой. Ой, большое вам спасибо. Я так вам признательна. Не только интервью взяла у ученика первого класса, еще и порешала тут некоторые свои задачки. Ну, большое спасибо. Еще, не подскажете, мне нужно написать слово «супруг». Прям стыдно, ужасно. По буквам? По буквам, да. Вот прям такие вообще... Субота. Ой, большое спасибо. То есть две «б», да? Да. Субота. Благодарю вас. Кстати, а как пишется слово «благодарю», интересно? От слова «благо». Ой, а по слогам можете сказать? Благодарю. Большое спасибо. Большое вам спасибо. Так, уважаемые друзья. Как работа пишется? Работа, слово, да. Как пишется? Ой, благодарю. Я закончила свою работу на сегодняшний день. Вот, взяла репортаж. Вот, то есть интервью-репортаж у меня состоялся с таким замечательным учеником, призером олимпиад, таким грамотным мальчиком. Я-то так не считаю, как он. Кстати, а вы вообще пятерки получаете? Пятерки, да. Да. Ой, какой. И четверки, и четверки тоже есть. Ну, ничего, все мы так. В отличники выходили, правда же? Так, а можно я быстро сейчас вам позадаю, а чтобы вы вот как будто на уроке поднимаете руку и отвечаете, можно? Угу. Давайте. Так, 12 плюс 3. Да? 15. Ой, я хоть в учительницу поиграю. Правильно. Так, а теперь 8 плюс 4. Пожалуйста, Мельников. 22. 8 плюс 4. 13. Правильно. Мне показалось, да, что я 8, сам... это 18. Я уж сама тоже думаю, я 18, что сказала. Так, еще такой пример. 15 плюс 3. Да? 18. Ой, умничка. Все. Я в роли учительницы побывала. Очень приятно было с вами общаться. Все. Давайте я вам расскажу, какие бывают в олимпиаде турниры. Давайте. Интересно. Саврики. Олимпиада по русскому, по английскому. Да? По окружающему миру, по математике. Ничего себе. Целый набор предметов. Да. А в завриках есть то же самое. Окружающий мир, математика, русский. Ой. Английский. Больше мы всего в завтра работаем. Максим, а можно я это интервью про заврики возьму у вас завтра? Потому что у меня на сегодня план выполнен. А я завтра даже буду о чем-то. Мы с вами материал уже готовы есть. Вы мне про заврики расскажете. Хорошо? Во второй части я расскажу про заврики. А еще занять. Хорошо, договорились. Ой, просто я вам очень признательна. Больше всего физкультура. Хорошо, все, договорились, завтра. Угу. Все. Так. Один раз в неделю подвижные игры. О, ничего. Да слушайте, с какой богатый материал у нас на завтра побеседовать, правда? Угу. Так, все, благодарю. Ну, дорогие, уважаемые наши слушатели. Мне больше нравится игра. Это как... вышибалы. Вышибалы? Да. Ничего себе, я не знал, там что... Там должны быть два... два воды. Это значит тех, кто им набросает мяч. Mm-hmm. А еще несколько человек. Они стоят посередине поля. Mm-hmm. Ничего себе, друзья. В ряд.
Вы представляете, я в детстве, когда я вам сейчас по секрету скажу, я в детстве в эту игру играла, бросает, но я все забыла. Да не смотрят на него. Вы вспоминаете сейчас? Они подходят ближе к другому. Как интересно. А если этот, то наоборот. Понятно. Понятно. Слушайте, да. Мне кажется, отходит, мне кажется, что пора нам это интервью уже завершить, потому что я представляю, я уже просто предвкушаю, что завтра вы будете рассказывать. Дорогие слушатели, вам привет. Помашем? Пока, да? Пока-пока. Извините, у меня мусор. Пока-пока. Так, о, вот так. Видели, как поступают эти первоклассники? Браво, браво.